Место, в котором произрастает эта дикая спаржа, очень экологичное. Смотрите, а здесь бескрайнее поле, ребята. Местами переходящее в такие проломы с камнями. И вот как раз среди этих камней и растут маленькие свежайшие побеги дикой спаржи. О, похоже, что-то нашла. Оно. Вот смотрите. Смотрите, два молодых побега. Обалдеть. Вот оно и... Видите, нет? Срываем. Скорее вы не видите, потому что вот среди этих колючек, видите, колючки, да? А вот рви они, ага. Вот как определить, что это спаржа? Да просто нужно знать. Вот видите, сейчас она вытащит, смотрите. Ну-ка. О. Вот такие. Смотрите. Ребят, вот это и есть искомая спаржа, за которой охотятся все охотники за спаржей.